Сильный пожар произошел в небоскребе в городе Шарджа, расположенном на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Минувшую ночь огонь охватил 48-этажный жилой дом в квартале Эн-Нахта. Огонь стремительно охватил практически всю внешнюю облицовку здания. Жильцов дома, а также соседних строений немедленно эвакуировали. По сообщениям Рейтера, незначительно пострадали 7 человек. К тушению привлекли несколько пожарных бригад. Им удалось обуздать пламя. Причина возгорания пока неизвестна, однако в противопожарной службе уже заявили, что облицовочные материалы, которые использовали при строительстве, не соответствуют требованиям безопасности.